Как мы знаем, в сорок третьем году состоялось еще одно событие – это Курская битва. Курская битва имеет ну, определенные нюансы, о которых следует сказать. Дело в том, что переход к стратегической обороне Сталиным был санкционирован и, более того, предписан вовсе не потому, что Красная армия не могла наступать. Нет, наступать она могла, и потенциал был большой, и в воспоминаниях об этом говорится постоянно. Но все утверждают о том, что нужно было сначала измотать немецкие войска, гитлеровские войска в обороне, а потом перейти к наступлению. Поэтому перешли к стратегической обороне, которая как бы и оказалась, в общем-то, успешным планом. На самом деле Сталин перешел предпринял вот этот э, маневр со стратегической обороной и особенно на Курской дуге э, с одной, э, вернее по одной единственной причине. Он не хотел повторения 42 -го года, конкретно 42 -го года. Дело в том, что э, по своему потенциалу Красная армия могла разгромить Третий рейх и в 1941 году. И в 1942 году, и в 1943 году. Но почему же тогда не разгромила? А дело в том, что в Красной армии до конца не был ликвидирован военно-фашистский заговор. И генералитет во многом смотрел на то, как бы предать интересы страны. Для того, чтобы получить более теплое место в будущем государственном устройстве под протекторатом, под оккупацией фашистской Германии. И именно с этого и была, э, так скажем, была основой Харьковской катастрофы. То есть наступление в 1942 году летнее на Харьков, которое обернулось наступлением немецких гитлеровских войск с выходом к Сталинграду, полному разгрому в 1942 году поэтому понимая что генералитет во многом колеблется и он в общем то может сдать интересы страны ради своих корыстных корпоративно клановых интересов сталин заставил генералитет воевать на своих условиях то есть объективно заставлять их воевать на интересы страны. Переход к стратегической обороне оказался в целом верным, и это привело к победе на Курской дуге. Но почему сейчас говорят о неоднозначных итогах вот этой Курской битвы, особенно сражения танкового сражения под Прохоровкой? Потому что мы как раз здесь выходим на процессы управления и конкретные мотивационные действия различных генералов. Нам в кинофильме «Освобождение» рассказывают о том, как был сделан превентивный артиллерийский удар, как разгромили немцев, не дав им глубоко вторгнуться, и у станции Панерей они потерпели поражение. Но это же север, это там немцы смогли продвинуться на 5-10 километров путем неимоверных усилий. Это там был сломлен им хребет, это там было превентивно, там Рокоссовский сделал. А что было на юге, у Прохоровки? Там у немцев, в общем-то, по-крупному все получилось. На Воронежском фронте у Ватутина им удалось прорвать оборону. И для того, чтобы стабилизировать фронт, был введен э, в бой э, степной фронт, и здесь начинается вообще свистопляска. Степной фронт входил, в общем-то очень, как сказать, неорганизовано, что привело к тому, что местами даже были бои столкновения между частями Воронежского фронта и Степного фронта между собой. Нет, чтобы с немцами было. А введение в бой 5 танковой, 5 танковой армии под командованием Ротмистрова – это вообще полностью преступление. И Сталин, в общем-то, правильно отдавал приказ о том, чтобы Ротмистрова судить. Потому что и знаний, и управленческих навыков, и военной ситуации у Ротмистрова позволяло э, правильно вести свою армию в бой, но он ввел ее таким образом, чтобы немецкие фашистские войска уничтожили эту пятую танковую армию по частям. Это было полностью преступление. Почему э, во многом удался, э, удалось наступление э, на Воронежском фронте у Ватутина? Здесь вопрос как бы во многом открытый еще подлежит как бы своему изучению. Вот. Но по действиям Ротмистрова можно говорить о том, что была активная фаза придачи интересов Советского Союза. То есть целенаправленно сдавали под бой целые армии. И наказать Ротмистрова не удалось только по одной причине. Что... За него вступился весь генералитет, который понимал, что дальше уже будет их очередь. Да, их очередь. То есть, если хоть одного сдадут в этом отношении, то каждый, кто придает интересы страны, последует по пути второй серии раскрытия военно-фашистского заговора в Красной Армии. Поэтому за Ротмистрова вступились очень сильно. Я вот это все рассказал вот для чего. Дело в том, что э, фактически э, победа на Курской битве это нечто аналогичное победе э, русских войск э, в 1757 году при Гросс-Егерсдорфе под командованием Апраксина. У Апраксина было войск больше, чем у Фридриха. Э, он э, артиллерии было больше и все. И тем не менее Получилось так, что фактически по результатам он э, битву проиграл. А как проиграл? Ну вот многие смотрели Гардемарина, там хотя бы но там хотя бы как бы схематично, но тем не менее показано, что Апраксин изначально работал на то, чтобы проиграть эту битву. И когда благодаря мужеству офицеров и солдат русской армии битва была выиграна, он тем не менее все равно отступил. Так вот, Курская битва, она во многом была выиграна за счет мужества простых солдат и офицеров. А вот генералитет, на примере Ротмистрова, можете посмотреть, там очень хорошо и рельефно это видно, было, было желание сдать страну. Но когда Германия проиграла Курскую битву, и это окончательно надломило хребет Германии, вот тогда для всего генералитета, который желал э, сдать даже слабой Германии, повторю, Красная армия могла разгромить войска Вермахта, СССР и вообще всей Объединенной Европы и в 1941, и в 1942 году, но только в 1943 году вся управленческая элита СССР и генералитет, который участвовал в военно-фашистском э, заговоре в Красной армии, они осознали, некому больше сдавать страну. Просто не с кем больше договариваться. Германию однозначно теперь добьют. И весь вопрос в том, как э, ты будешь в этом процессе участвовать и что э, ты будешь э, от этого дела иметь. Это не значит, что они сразу же э, перестали проигрывать битвы э, немецким генералам. Поражение Жукова на Зиеловских высотах – это вот еще один пример того, как войска подставляются под бой, для того, чтобы они были уничтожены. То есть они делали это из корпоративно-клановых интересов и не считали нужным беречь человеческие жизни. И к чему я это рассказал? Дело в том, что операция ВКС России в Сирии – это фактически Аналог, управленческий аналог ситуации в стране аналогичной курской битве успешное завершение этой операции, а для всей элиты, для всех корпоративно-клановых группировок в стране означает только одно обстоятельство: сдавать страну будет больше некому, и Соединенные Штаты как таковые, будут все равно добиты. То есть, и вопрос только в следующем. А как эти клановые группировки, корпоративно-клановые группировки, впишутся в будущее устройство государства? Поэтому корпоративно-клановые группировки, ставящие э, во главу угла свои интересы, в ущерб интересам России и желающие совершить государственный переворот в стране, они работают на то, чтобы Россия увязла в Сирии, и чтобы победы там не было. А поскольку все это приближается к тому, что у них ничего не получается, но они, всегда, но они ставят на проигравшего, они заведомо ставят на аутсайдера. Соединенные Штаты. Несмотря ни на какую поддержку внутриклановых группировок в России, все равно будут слиты. Соединенные Штаты приговорены, они объективно приговорены, потому что такой объект на планете Земля, расходующий так ресурсы и пережигающий так ресурсы планеты Земля, он не нужен глобальному управлению. Он должен быть уничтожен по-любому. Вот наши корпоративно-клановые группировки, желающие сдать Россию Соединенным Штатам, этого не понимают. Они думают, что вот сейчас Соединенные Штаты слабы, что сейчас тот, кто им сдаст Россию, которая выходит, э, это, обретает все более и более могущество и обретает свой суверенитет, вот сейчас, когда Россию предашь, когда она в, в цене, то Соединенные Штаты это оценят, и как плохи, мальчишу-плохишу выдадут коробку печенья и бочку варенья. Вот. Но они поставили не на ту лошадь. Со глобальный предиктор приговорил Соединенные Штаты, и, соответственно, этому... С уровня глобальной политики Соединенные Штаты ликвидируются. А одним из элементов этой ликвидации, как и ликвидации Гитлера, является сейчас операция ВКС в Сирии. Так что у нас 43-й год алгоритмически.